Дорогие друзья, сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на известного российского киноактера Алексея Кравченко. Нам уже сообщили подробности. Вчера вечером Алексей Кравченко вступился за девушку, к которой приставали двое пьяных парней. Это произошло недалеко от его дома, в тот момент, когда Алексей Кравченко направлялся в магазин. И в итоге двое парней избили актера, забрали у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Продавщица магазина вызвала бригаду скорой помощи и наряд полиции. Сейчас актер Алексей Кравченко находится в больнице, избитым с тяжкими телесными повреждениями. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело, составлен фоторобот нападавших. Ждем подробностей, друзья, от наших источников из полиции. Давайте поддержим нашего актера Алексея Кравченко, ведь для многих из нас он является настоящей звездой отечественных фильмов и сериалов. Смотрите наши новости, друзья, не переключайтесь.